Аварийные службы спасают семьи в городе Хатман после того, как из-за продолжительных ливней обширные районы штата Луизиана ушли под воду. Затопленными оказались улицы и дороги, а также несколько зданий. Ливень начался во вторник вечером и продолжался весь день. В среду также ожидается в четверг. Губернатор штата Джон Белл Эдвардс объявил чрезвычайное положение в 16 округах Луизианы. Национальная метеослужба охарактеризовала наводнение как историческое событие. Сообщается, что по меньшей мере 3 человека погибли и были эвакуированы жители из 3500 домов. Спасателям приходилось забирать людей с крыш зданий и автомобилей, а также с деревьев. В районах, где стихия не причинила столь масштабных последствий, жители укладывают дамбы из мешков с песком, чтобы сохранить свое имущество. Также от стихии пострадали штаты Техас и Арканзас.